Ну что же, всем привет. Данное видео посвящено ЛБЗшке ПТ-15 на объекта 200, идет к задачам 260, но на данный момент это задачка на Т-55. Чуть-чуть не такая имбовая. 6к дамаги нанести и 5 фрагов сделать и победить. Мы попали в Энск. Топим. Нету ПТ-шек, которые меня могли бы контрить с по зеленке, поэтому решаю сразу проехать. Хорошо, дали. И дальше решаю продолжать катить по флангу, потому что самое главное на танках без башни, это чтобы вы не оказывались в окружении, чтобы вам не делали перекрестку. Так как я девятка против восьмерок там и так далее, я не боюсь идти в размен. Да, они что-то там по мне попадают, но ничего страшного. Я видел, многие катают со сборкой на ХПшке. ХПшки Трубач Досыл. Но я все-таки катаю со сборкой Вентиль Досыл Трубач. Потому что все-таки конек этого танка — это ДПМ. И лишать его этого конька не стоит. Плюс вентилятор — это доп. Обзор. В итоге за 2 минуты боя наплатили 6к. И вот здесь уже я начал уже задумываться о том, чтобы сделать эту ЛБЗшку. Я вижу, что у меня уже 5900. И в принципе все, что мне оставалось сделать, это дать один фраг. А вопрос, как мне его дать, потому что все танки на моей базе. Где-то несвещенный один еще Хелкат еще. И ручки начинают немножко подрагивать. Потому что я еду безостановочно, просто безостановочно еду. А танки соперника кончаются. Мне просто дать нужно одну тычку шотного танка. В итоге арта. Альфа. Смотрите. Альфа 400, вылетает 340. Я чуть не сплакнул. Я думал, это все. Я думал, это фиаско. Полкан где-то здесь. Немножко у меня артовод война украл. Здесь попали. Неплохо прошлись катком. В итоге победка. И задача ПТ-15 сделана с отличием. Лайкосик. 7к домашки. 6 фрагов. Мастерос. ПТ-15 сделана с отличием. 1 000 000 медалек. 1700 опыта, так говоря, дали за этот бой. Хотя я был в топе против семерок. Странно. Ну и плюс, как я вам показываю, я играю. Плюс у меня еще обычная сборка. Это всего лишь вентилятор обычный даже. У меня даже нету даже никакого бонного здесь оборудования. Так что всем удачи. Если кто задавался вопросом, как сделать эту ЛБЗшку, вот, пожалуйста, вам пример. Заходите на Турбо за голдой. Всем удачи. Ссылка в описании.